Всем привет, да. Мы продолжаем играть в игру Plague Tale. Да. А это получается у нас третья часть. Комп сегодня просто безобразничал бесщадно. Он меня не щадил никак. Сначала он мне, значит, мониторы переключал в разные стороны. Ну, не так, как надо. А потом он решил, типа, вообще игру такой... Ты играй как хочешь, а мы тебя будем зависать, кнопки тебе, чтобы зависали, ты такой бегал тут как ненормальный. Мышка не вращалась, и в итоге вот так выглядело, вот геймплей мой вот так выглядел. Я потом нажимал в другую сторону, я один раз я нажимал, и она бежала в другую сторону. Так, все, враги все равно нас не отвлекаются, это здорово, замечательно. Надо начинать. А, у меня камни есть. Так вспомнить бы, как это все делается еще. Так, туда. Сисикаси бой. Это шум. Откуда? Пошли. Пацан. Нам в траву надо зайти. Идем. Не бойся. Все хорошо. В траве безопасно. Ну хоть не было там ничего. Ничего. Подозрительно они ходят тут. Надо придумать, как пройти к тем кустам. Ой, у меня коса тоже что ли, неплохо двигается или что? Я не замечал. Да, она двигается. Как змея. Голову вращаешь? Так, стоп, мне надо идти куда-то. Бля, гениально. Успел, что ли? А, нормально все. Ха. Прикол. Я даже этого подумать не мог, что могу успеть. Так. Знаешь, что я сделаю сейчас? Я вот так вот сделаю. Хоп, иди вон туда, мужик. Там очень интересно. Ага. А мы сюда пойдем. Вон к тем кустам. Без проблем. Главное успеть. Ну, мы успеем. Кстати, у меня что-то в волосах заплетено. О, крысы. Они поставили фонари около логова крыс, чтобы они не выбежали, да? Нам, походу, туда. Нас никто не видит же. Вот тот мужик идет сюда. Сейчас подождем, пока он уйдет. Уходи. Уходи. Давай развернись и иди в обратную сторону. У него, кстати, в палке такой, смотрите, штык внизу, чтобы можно было воткнуть сразу. Поставить фонарь. Смотри, без проблем. Пацан, мы справились. Мы справились. Теперь они нас не заметят? Нет. Так, аккуратно только. Иди давай. Я тебе помогу. Да. Что это? Куда? Что-то было. Я просто решил спрятаться, вдруг что-то поедет здесь. О, у меня, кстати, смотрите, какой налокотник крутой. Железный такой, мощный. Гуга, нам нельзя останавливаться, не сейчас. О, мне так странно. Ну же, отдохнешь, когда доберемся до Лаврентия. Голова болит. Я не знаю, что делать, Гуга. Что бы сделала мамочка? Дала бы мне лекарство. Хочешь, я тебе понесу? Это все. Чем могу тебе помочь? Давай, забирайся. Блин. Прикольно. А, я не могу посмотреть в другую сторону. Ну ладно. И спрятаться, походу, не могу. Вообще, мамочка говорит, что мне нельзя выходить из дома. Знаю. Может, поэтому мне так плохо. Ты просто устал. Я по ней скучаю. По крайней мере, тебе дозволено что-то. Нет, ничего. Дозволено жить? Я не успел прочитать, что-то она быстро сказала. Он спросил, нет, чего? Он говорит, нет, ничего. Ну, типа, что он от него скрывает? Мельница в Лавренте, мы почти пришли. Он снова запрет меня, как мамочка. Он ведет тебя в безопасное место. Ну, ладно. Тут и правда опасно, но иногда так здорово. Откуда ты знаешь? А, ты тут был? Однажды ты поправишься. Это что, мертвое животное?
Да, что тут произошло? Теперь нужно быть осторожным. Давай-ка слезай, Гюга. Бля. Что за пи... Что за капец? Погоди. Z. Фокусное расстояние, по-моему, да? Мы до этого делали это. Нет, не то. Резкость. Я не помню куда. В эту сторону, да? Нет, не то что-то. Глубина поля зрения, наверное. Ой, резкость-то убавить надо. Это вообще какая-то жесть. Ага, вот так. Так, и глубина поля зрения. Вот так. И показать скрытый интерфейс и кадр. Великолепный кадр. Отлично. Мертвые животные какие-то у нас. Выход. Отлично, пошли. Надо быть осторожней, помнишь? О, у меня полные ботинки этой пакости. Фу. Быть того не может. Это кровище? Да. Надо как-то... Блядь, сука. Где от меня? Ну какого хрена? Нет! Нет! Что это было? Куда мне бежать? Почему это так стрёмно? Ну, типа, поначалу окей, потом... По дереву, может быть? Точно, по дереву бежать. Давай вот здесь пойдем. Валим! Нет, уходите! Покажи, все хорошо, они нас не достанут. Ну же, идем. Куда? Куда? Нет, сюда. Так стемнело, вот они и вылезли. Давай держаться от них подальше, хорошо? А, нам нужен огонь. Нужно идти отсюда. Беги, короче, не болтай. Бля, как их много. А че так много-то? Давай, пойдем. Факел, ну же, быстрее. Все. Фу. Забирайся, я помогу. Ви. Блин, еще бы чуть-чуть. Камни. Опять-то слякоть. Нам никогда не пройти. Так, и что нам делать теперь? Для чего здесь камни? Блин, какая-то жуткая хрень вообще. Дикая, я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, что здесь может быть вообще? А если я в нее швырну... А, не то, погоди. Если я в нее камнем просто швырну сейчас только, смотри. На. А, им плевать вообще. А, вот, что-то, смотри. Что-то есть, да? Вот это вот, что это? Ага. Опа, ха-ха-ха. О, боже милостивый. Они правда все умерли? Нет, скорее их смыло. Их перебили, может, инквизиция? Блин, меня сейчас тошнит. Блин, да, тут так... Свиньи. А что так много-то их? Зачем они всех перебили? Фу, блин. Да. Какая гадость. А ну тихо. Стойте там. Откуда они столько повылазили-то вообще? Так, есть палка. Ну с этой палкой разве туда иду? Слышишь, пацан, у нас проблемы. Давай попробуем. А стоп, что-то лежит. Что это? А, тут соль, короче, и желтая херня какая-то. Ничего отдельного. Поджигаем и идем. Надо было, наверное, туда подойти поближе, потом пойти с этой палкой. Что-то не подумал. Сейчас эта палка сгорит. Я не успею. Надо было здесь ее поджигать. Вот здесь вот. Взять, поджечь и пойти. Да, пошли отсюда. Обратно. Сейчас палку возьмем и тут подожгем. Тогда будет хорошо. Вот так. Поберем, пошли. Пошли, пацан. Сейчас разберемся. А ну, кыш. Все, идем. Да, что ж такое? Пошли вон. Кыш. Идите от меня. Мышиное стадо. Сейчас я вам устрою здесь пламенный огонь. Смотри, привет, блин. Поджигай это сено. Все, идите отсюда. Сволочи какие, а. Так, а тут я дойду вообще?
Не, ну другого выбора как бы нет, поэтому должен дойти. Пошли. Кыш, с дороги. Наша дорога здесь. Уходите. Не смейте тут бегать. Блин, как это жутко выглядит вообще, жесть. Ужасно. Блин, она гасится. Поджигай. Все, идите отсюда. Шкура, ткань. А тут палок нету. А, чего? Помоги толкать. А, ни хрена себе. Окей. Теперь у нас есть тачка с огнем. Давай, еще немного. Амице, зачем они убили свиней? Не знаю, откуда их вообще столько взяли. Похоже, чтобы удержать крыс здесь. Откуда их столько взяли вообще? Она очень тяжелая. Я... Толкай, блин, я. Заткнись, толкай, действительно. Правильно все говоришь. А здесь есть фоторежим? Погоди, сейчас интересно. Просто в таком моменте. Да, есть. Прикинь. Итак. А давай вот так вот и сделаем. Типа вот мы телегу толкаем. Ну, это для, типа для этого. А, показать скрыть интерфейс. Я сделаю вот так для превьюшки, во-первых. А теперь, как поворачивать? А там что-то мышей нету. Они ж были. Какой-то наебалово. Они ж там были. Вон они есть. А, нету, ни хрена. Ладно, поехали. Так, толкай. И что ты, зачем вы ее кинули? Поехали с ней. Удобнее же будет. Да, у нас получилось. Да, это радость дикая. Эй, Лаврентий, тихо, не ори. А если тебе Лаврентий, я об этом подумал? Прости. Ну, здесь неплохо, музычка сыграла прикольная. Как темно. А вдруг здесь чудовище? Не. Там только эта девчонка из фильма «Звонок» живет. Блин, ну, здрасте. Закрыто. Закрыто. Нам нужно куда-то попасть. Туда попасть? Блин, ну тут раз прячешься от такое количество мышей, они все равно будут здесь. О. Заберем, чего у нее тут не нужно. Соль у меня есть. Все? Пусто. Лошадь. Видимо, здесь побывали крысы. Бедняжка. Да. Ё-моё. Мне кажется, тут Лаврентий уже того. Мог откинуться. А как же нам... Забирайся. Ладно. Мы здесь поспать можем, кстати. Здесь вроде светло. Хотя такое, не знаю, плохой вариант. Камни. Зачем здесь камни? Зачем мы сюда идем вообще? Я думал, это просто дополнительная какая-то локация. Я хотел облутать ее. А здесь ничего нет. Окей, просто так побегали. Ну ладно, чуть-чуть нет. Бегать-то неинтересно, за ручку держится. Так, давай спускайся. Иди. Я пойду первый. А, ладно, ладно, я первый. Идешь? Давай руку. Руку давай. Молодец. Зачем сюда вообще пришли? Тут ничего нет, вообще пустота. Камни взяли. Которых так на улице до хрена должно быть. Так. Ну окей, дальше пошли тогда. Вот лошадь у нас есть здесь одна. Ты куда опять побежал? Ой, вы еще живы. Мне жаль ваших друзей. Не смотри ему туда. А его можно погладить? Какая она гигантская, обалдеть просто. У них тут короли, прям свиней какие-то. Жесть, какие небольшие. Нет, ничего тут нет. А.
Так, как туда попасть в дом? Вот еще дверь. А вот окно. Давай, иди, мне кажется, дверь закрыта. Tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent. О, предсказание какое. Oui. C'est bien. О, нифига ты быстро. Хорошо. О, верстак. Отлично. Ça sent bizarre. Странный запах. De l'alcool pur. Ça vient des alambics. И дистиллятора. А мы пока что-нибудь сделаем. Но я ничего не могу сделать, поэтому вообще... Я quelqu'un. Что? Allons voir. Мы вообще ничего сделать не можем. Нам нужна сумка, скраб, да? А, вот это хорошая вещь, кстати, да. Правда, я не смогу сделать. У меня везде чего-то не хватает. Обидно. Карман. Поместите по 16 материалов каждого типа. Так вот это типа за... карман хорошо бы тоже прокачать. Тут все по идее нужно. Так, сейчас я блутаю, потом мы искать будем этого мужика Лаврентия. Блин, эти карачка меня пугают. Так, здесь что-то. Вон туда пошли. Да? Нет никого. Фига котлы у него, растения какие-то. А чем он болеет, собственно, пацан-то наш? Чем болеешь? И что с ним иногда происходит? Он чем-то серьезно болеет? Его сейчас вообще возможно вылечить? Так, как-то... Здесь закрыто тоже, да? Да нет, открыто. Это его какая-то... Что это? Это рисунок. Что он означает? En tout cas, c'est joli. Какая прелесть. Ну, блин, да, красиво. Лаврентий еще и рисует. Он не только доктор. Ну, блин, тогда да, многие ученые занимались всем подряд просто. Qui êtes-vous? Maître Laurentius? Кто вы? Магистр Лаврентий. Не подходи, ты можешь заразиться. Hugo. О, черт. Гуго, c'est toi. Здесь. Там пришла инквизиция. Мы потеряли все. А, я ничего не могла сделать. Je comprends. Да, разумеется. Они chercher. Пришли за ним. Живых вашего рода. Ваша кровь течет страшное проклятие. Un mal ancien. Что за бред? Dans le sang de ta famille. Какое проклятие? Мы с вашей матерью пытались замедлить его действие. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Но brisure, после надлома processus процесс ускорился. Accélère. Ты должна защитить его, Амиция. Tu dois продолжай le protéger, Амиция. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment? Я? Ну как? Мои родители пытались его защитить, а теперь они мертвы. Отстань от меня. Чего? Они здесь. Крысы опасны, но действовать хаотично. Инквизиция, они будут искать непрестанно его. Нам нужно исчезнуть, отправиться в шато Дон Браш. Лука, сходи в сарай, тебе нужно закончить. Игнифер. Не утомляйте себя разговорами, я все сделаю. Je suis désolée pour vous, жаль, что ваших родителей нас постигла такая участь. Но теперь вы не одни. Нужно поспешить. Помоги мне сделать Игнифер. Он щитит нас от крыс. Что такое Игнифер? Пойдем, Гуго. Не надо здесь оставаться. Пошли, ты заразишься. А, молодец. Руку дай. Погоди. И что нам теперь делать? Он умер, что ли? А чё так, блин, вовремя-то? Серьезно, он только сейчас сдох? Ладно, потом. Они сюда собрались. Руку дай. Так, окей. У меня есть план. Не переживай. Пацан, не переживай. Смотри, сейчас я что сделаю.
Смотри, сейчас как будет круто. У меня есть такая штучка. Bonne idée. Ого. Они отлично боят свет. Tu peux y aller. Попадите в него и спроси, и нажмите, чтобы прицелиться. Это я знаю. И теперь фонарь. Voilà. Вот так. Пошли быстрей. Идем сюда, блин. Давай мне руку, быстрей. Быстрей, Гуга. Какой-нибудь едай. Гуга, блин, дай руку. Вы в порядке? Да. Мы прошли долгий путь. Блин, как мне теперь этих пацанов двух озвучивать-то? Блин, и здесь на туре. О нет, они вернулись. Они повсюду. Нужно дойти до конца сарая. Нельзя уходить. О-о-о, Игнифая. Иначе как мы... Где Гуга? Где этот мелкий? Ты где? Ты что там делаешь? Иди сюда. Ты что тут больной, что ли? За мной иди. Что это? Что это? Амица, это поможет. Понял, позволь, помогу. Мы будем его кормить. Можно и так сказать. Мы хотим его. Да, пора кушать, свинка. Ням-ням. О, черт, не! Серьезно? Так, Гуга, иди отсюда. Гуга, уходи. Ага. Блин. Вот так. Жуй хорошо, а то животик заболит. Нам надо сделать так, чтобы он... Я закрою. Ой, блин. Что нужно сделать-то, я не понял. Нам нужно туда попасть. Вдоль стены есть лестница, идем. Идем, Гуга. Гуга, слушай, ты можешь дуть сколько хочешь, но не отходи далеко. Блин, мы сейчас свинью скормим крысу. Что это? Надо залезть наверх. Он же сейчас обидится на меня. А мы не можем просто взять и пройти? О, свет. Да, Гуга, отвернись, пожалуйста. А что такое? Отвернись, говорят тебе. Блин, черт. Нет, Амиция, что ты делаешь? Блин. Прости, Гуга. Прекрати, они съедят его. Он еще жив. Это ужасно. Ты такая же, как остальные. Но, Гуга, другого выхода не будет. Не было. Идем быстрее. Давай сюда. Куда ты пошел? Иди сюда. На свету будь. Бедный поросенок. Согласен. Это да. Прям... Я согласен. Пошли. Идем. Блин, в подвал идти. Смотрите под ноги. Это не просто лаборатория доктора. Мой учитель, прежде всего, великий алхимик. Ты же Амиция? Я Лука. Давайте кое-что покажу. Только нам понадобится спирт и сера. Думаю, здесь найдется немного того и другого. Скажи, как найдешь. Ну ладно, спирт, сера, хорошо. Левитер экстрантосик, латинский. Что ты делаешь? Растворяю реагенты для алхимического синтеза. Это просто алхимия. Лука, почему я болею не как Лаврентий? Его укусил крыса, от тебя нет. И он теперь умрет? Я сделал все возможное, чтобы этого не случилось. Но да, он умрет. Держи, Лука. Отлично, теперь их надо смешать. Медленно, это не опасно. Ладно.
Игнифер. Теперь эту херню будут тратить на неизвестно что. Voilà, а, так это... Что? Что? Крысы! О нет, мы застряли. Нет, Амиция, Игнифер, самое время. Целься в угли, в центре комнаты. Так, Ctrl. На. Ого, загорелось. Я и правда сделала. Как настоящий алхимик? Да, твоя смесь просто идеальна. Видно, ты унаследовал талант от матери. А знаешь что, давай я покажу тебе, как изготавливаются другие снаряды. Это тебе пригодится. Здорово, спасибо. Давай, показывай. Я закончил с микростурами, нужно возвращаться к Лаврентию. Амиция, тебе придется идти первой. А давай я поищу что-нибудь еще. Где? То есть что-то потратил сейчас. Эй, уйди от меня. О, сундук забыл. Тихо. Отошли от меня. Так, сундук. А, камни. И как мне туда идти? Они сквозь стену пробрались? Серьезно? Погоди, не трогайте меня. Я должен взять вот это вот. Все, пошлите. Я должен идти первый, почему-то. Амиция, крысы, назад! Кинь Игнифер на угли. На. Все, отлично, пошли. У меня есть Игнифер. Сначала ты. Пацан, идем быстрей. Пока Игнифер горит. Игнифер. Короче, это порох какой-то взрывоопасный или что это, я не знаю. Во-во-во-во. Их там много. Лаврентий, я расчищу путь. А, в смысле? У меня кончилось? Да я так все потрачу. Обалдеть. Ой, не то, извини. Уйди. Блин. О. Отлично. Пошли. Я пойду первый. Да, конечно. Ну же. Давай быстрей. Отстанет меня. Гуга, насчет того, что я так сказала. Я просто хотела... Амиция, крысы. В доме совсем темно. Не-не. Магистр, лучше стой. Амиция, берегись. Ну и все, Лаврентию конец. Сделай что-нибудь. Нужно уходить сейчас же. Магистр. Постой. Ты нужен нам. Смотрите, лошадь. Пора уходить. Гуга, Лука. Ну жестко. Бежим, нам нужна эта лошадь. Строгостены быстро гаснут, но и... Игнифер подожгет их, да? Отлично. Блин, да я задолбаюсь это кидать. Блин. На. Отлично. Это, блин, надо прям спешить надо. Где лошадь? Мы окружены. А куда теперь? О, там лодка сразу за мельницей. Амиция, мельница может загореться. Да, может. Блин, докинуть бы оттуда еще. А, серьезно? А можно вот так делать? О, можно. Окей. О, отлично. Должно сработать. Лука, сюда. Ага, быстро, 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 пошли. Загнем, загнем, мельницу, мельница держит нас в порядке. Бля, тут темно. Бежим, бежим. Откуда их столько под землей? Там такие сколько пустоты должны быть.
Так, стоп, 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 стоп. Ага. Так, глубина поля зрения. Максимально. Что-то максимально-то не получается. Ну ладно. И почему выход не могу нажать какой-то кнопкой? Да, Лаврентию конец. Сорян. Я ничего не мог сделать, что ты не смотри так. Хех. 30 минут. Падали. Пятая глава. Пятый уже, обалдеть, что так быстро-то? Охренеть, туманище. Вообще ничего не видно. А вон мы плывем, вон, почти в центре, чуть правее. Я же говорю, мы плывем. Спасибо, что гребешь, а я просто сижу. Блин, опять не успел. Ну ладно, там кадр был классный вообще. А что с ним? Что это за полоски? Люка? Лука? Oui. Да. C'est quoi cette chose? А что у него в крови? Il y a une vieille histoire. Это старая история. И повествует она прима что-то там. Алхимики называют ее первоначальной порчей. И она скрывается в крови некоторых семейств, никак не проявляя себя. Но произошел надлом, и макула проснулась в крови губы. А что она с ним сделает? Макула не знает добра и зла. Она изменяется вместе со своим носителем. Чтобы изменять все, весь мир вокруг. Твоя мать вместе с Лаврентием пытались помочь своему брату. У них ничего не вышло. Я думаю, они просто не успели. Вот и все. Блин, на лодке хорошо, крыс нету никаких. Hugo, réveille-toi. Гуга, просыпайся. Allez, Hugo. Что у него за поры какие-то пошли? Давай, Гуга, отсюда мы пойдем пешком. Если идти вдоль Акведука, доберемся до шато, до бажи, до темноты. Что это за шум? Что особенно? Это просто лягушка. Лягушки! Кажется, ему стало лучше. Очень на это надеюсь. Эй, лягушонок, сколько же их? Блин, он задолбал. Смотри, они здесь вокруг. Тебе не холодно? Немножко. Прыгску. Кажется, Гуга не жалуется. Ну, не даст ей. Да ладно, как мне? Он пошел слишком далеко. О, вот так вот. Блин, какой-то там памятник странный. Тут есть что собирать вообще? Ты куда? Ага, прыг-скок, прыг-скок. Блин, ну нельзя убегать далеко. Он лягушек гоняет. Hugo, Гюга, ты куда? Блин, что за, блин, балбес, а? Hugo. Иди сюда, Гуга. Блин, Гуга, ты заколебал убегать куда-то. Что за дебил-то, а? Малолетний. Где он? А, ну ладно. Эй, смотри, я рыцарь! Это английский щит. Ты где его нашел? Там валялся. Слушай, Гуга, положи его, это не игрушка. А, конечно, ты скучный. Ладно, пойдем. Чувствуешь запах? Ну и вонь. Да, жуткая вонь. Блин, куда он опять побежал? Стоять! Ты можешь ему леща дать? Что за чувак, а? Ему раз сказал, два говоришь, и никакой. Амитсо, Лука, быстрее сюда, смотрите. Че ты так прочитал, как мужик какой-то? Опять куча трупов. Ё-моё. Боже милостивый. Они что, все мертвые? Мы не сможем здесь пройти. Амитсо, мы должны идти вдоль акведука. М-да.
Фоторежим. Z повыше, чтобы было. А можно во, вот так? Так, и глубина поля зрения подальше. Вот так вот. Вот это, вот это. Оно сейчас успело, я два раза на всякий случай нажму. Пошли! Раз тут нужно идти, значит надо идти. Что ж говорить. Так, иди сюда. Амиция. Господи, милостивый. Амиция, что нам идти прямо по ним? Я все понимаю, Гугу, у нас нет выбора. Ой, блин. Что за жесть происходит? А тут же могут быть крысы. Как ты думаешь, им больно? Просто идем вперед. Гуга, давай. Да, Гуга, давай не будем болтать. Давай просто идем вперед. Все. Вон там, кстати, фонари пошли. Мне это хреновый знак говорит. Зачем они сюда все прилетели? Это смрад. Просто невыносимо. Меня тошнит. Ну, смотри, лучше помзим на кведук. Какой? А, вот этот? Ну да, красивый. Правда, поломанный весь. К чертям вообще. Так. Фонари здесь есть. Это плохой знак очень. Возможно, они просто показывают путь. Тогда ничего страшного. Но если не показывают... О, нога. Нужна нога? Фу, лошадь плохо. Я не знаю. Нет, не подходи, там крысы! Уйди оттуда! Уйди оттуда! Блин, какой ужас! Я не хочу туда подходить. Дай чуть посмотрим, другой. Блядь. Нет, там крысы, не подходите. Амиция, они повсюду, их сотни. Как и обычно. Быть такого не может. Так, а что делать? Так, здесь что-то лежит. Веревка, какая-то вода. Сзади нет, да, крыс? Только спереди. Так, ну... Можно туда швырнуть эту фигню. Только я туда не попаду ни за что на свете. А так? Уйди нафиг. Почему не могут... Ты чё? Какого хрена? Что за... Давай по... Блин, какой ужас, а. Амиция, не повсюду их сотни. Да, в курсе, в курсе. Так, есть какие идеи, как обойти эту херню? Я вижу вон там, он. Но как его поджечь? Вот, стоп, тут сундук стоит. Что здесь? А может быть, не вот этим поджечь можно? Нет? Не поджигается? А, может выбрать надо что-то правильное в натуре. Да, все нормально. Я просто тупой был. Я камнями швырялся в костер. Пошли. Так. Ну, есть хороший знак. Мы можем его туда швырнуть. Смотри, вот туда вот. Далеко-далеко. Сейчас мы сделаем это. Смотри. Хитяк. Живо бегом. Ой, блин, я чуть не подумал то, что... Все нормально. Надо сделать их. Отлично. Просто если бы их сейчас не было, было бы хреново очень. Гуга, там люди. Что они делали? Это мародеры. Хотели тут что-нибудь украсть. Зачем? Наверное, чтобы выжить, прям как мы. Ну вот эту херню, наверное, да? Отлично. Опа. Это мы возьмем. Спасибо за костры. Это что? Да. Не сказать подряд, чтобы прокрутить лучше. Чего?
Не думал, что это будет так сложно. Сейчас придумаем что-то. А, понял. Окей. Ну это такое, это легко вроде. Сложности здесь это не вызовет. Что? Губа, идти придет к тебе. Там крыты повсюду. Да, как бы, погоди. Отпусти. Как это? Погоди. Я рано сделал, да, это? Опа. Все, давай. Можешь помочь? Ага. Я думал, типа, сначала отпустить, а потом... Давай, Гуга. Вперед. Палку бери. Быстрее давай. Получилось, я справился. Молодец, давай иди сюда. А теперь возвращайся. Быстрей. Красава. Вот так. Давай сюда. Ой, мои руки. Их совсем не чувствую. Холодно, типа? Давай сюда. Так, куда идти нам? А, вон туда. К той палке. Горящей. Ну, пошлите. Все втроем. Ой, брысь, блин, пошли нахер. Ну, сволочи какие. Иди отсюда. Усатые. Эй, что еще? Кто идет? Живо в траву. Амица, у них фонарь. Я поняла. Окей. Так, 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 вот это. Закрой пасть. Господи, какой ужас. Да. Зато сработало. Побежали быстрей. Пока не выкушает. Отлично. Сработало. Блин, мы в темноте, надо быстрее на свет выйти. О, все, нормально. Крыс слишком много, мы застряли. Сейчас что-нибудь придумаем. Вот, смотри, например, вот это. А ну, уточнит меня, блин, смотри, что делают, а. Только отвлекся, сразу на меня накинули. Есть что-нибудь вообще еще? Кыш. В башню, я вижу свет. А, че? Ага. Камень. Опа. Так-так-так, нас тут воришки. Эй, тихо. Уйди нахер. Сдохни. О, неплохо ты сальтуху. Ой-ой-ой. Сальтухи делаешь. А что у него палка-то погасла? Я взял бы с собой. Так, я нашел тут хорошую вещь, кстати. О, верстак, еще лучше. Но я все равно ничего не могу сделать. Гербарий Гюга? Чего? Так их надо собирать, что ли? Это мне кожи, что ли, не хватает? А где ее возьму? Ее нигде нету. Ткани, кожи. Такое ощущение, что ее невозможно вообще достать. Еще какую-то фигню нашел. Да, посмотри, еще наверху. D'accord. Ой. 43 минуты. О, нашел. Смотри, мы что-то сделать можем. Походу. Везет нам. Suis-moi. Pas de problème. Suis-moi. Так, блин, французский еще выучим. Ну как выучить? Типа, что такое свима? Я спускаюсь вниз, я первая. Куда там идти-то надо? Вон к той штуке, понял. Сейчас дойдем. Пошли. Быстрей, блин, пацан. Ага. Главное поджечь это корыто. Дальше пойдет все как по маслу. Отлично. Че? Блин, нам к ним надо. Вопуси, давай помогу. Не обожгись. Мы слишком шумим. Они нас заметят. Ну а что остается-то? У него лампа, кстати. Отпусти ее нафиг. Отпусти, как отпустить?
Qui vous envoie? Venez par là. Оу! Какая жесть, блин, тут смерть, это просто невозможно. Что сделать-то надо? Так, стоп, мне что, даже лутать заново придется? Ой, блин. Можете здесь подождать, я быстрее по лестнице залез и обратно спустился. Ой, ё-моё. Надо было что-то сделать, возможно, помогло. Сейчас мы что-то сделаем. Ты чё обогнал моего братишку? Самым последним ходи. Я понимаю, ты нам нужен, но все равно. Так, во, что это? Бечевка. Благодаря этой амиссе быстрее стоит заряжать плящ. Ну давай. Что встает? Чтобы быстрее сражаться. Будет сохранение какое-то? С этого, пожалуйста. Да, сохранение есть, все отлично. Значит, залутались. Палку забыл. Ой, блин. Их надо долбить как быстро прям. А тут это тяжело делает. Солдат. О нет, там солдат. Вообще плевать. А, давай его сюда позовем, во-первых. Вот так вот. Эй, Кираль. Чего он ничего не швыряет, Иди сюда. Да-да-да, это шум. Идешь? Вообще плевать. Ага, доволен? Все, пошли, нормально. Я так планировал. Попусти. Не обожгитесь. Как бы не собираемся. Оу. Стоп. Как отпустить эту херовину? Как ее отпускать? А, правая кнопка мыши. Тут просто что-то лежит. Вот. Уйди оттуда. Помоги мне, какой он бесстрашный бывает. Почти к крысам подошел, дранит их. Крыса застряла. Придется бросить, идем. Ты что творишь? Держи его. Жесть-то какая. Так, нужно пройти под акведуком, Амица. Ну там повсюду крыс. Мы что-нибудь придумаем. Так, что там? Так, этого вообще ничего не сделать с ним. Стоп, за ним идти? Ай-яй-яй. Нет! Я все был, план хороший был. Надо было быстрее идти. Он идет, и мы за ним идем. В общем, так. Такой план. Если я пойду одна, может что-то получится. А, стойте здесь. Подожди здесь, я скоро вернусь. А тут же. Попади себе пробовали, Андрюк. И ты продумал тоже мерцаков трясти. Опа. Отлично. 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 Идем, идем, малыш. Идем, идем. Без звука, понял? Уходите. Ща, у меня есть факел. Уходите. Видите, как все просто придумывается здесь. О, там что-то лежит, погоди. Видишь, надо по углам заглядывать. Иначе мы потеряем важный ингредиент для крафта. Здесь ничего нет, да?
ставим, залазим. Вам надо, Виан. А Мите надо заверх, да. Отлично, вот и все. Ой, здесь херня полная. Здесь тоже. Тут, да? Окей. Ну пошли, как попробуем что-нибудь придумать. У них животков палки торчат. Гуга, просто не думай о том, что тут видишь. Это как? Как он может не думать то, что видит? А, ну вон туда можно. Нет, это не докинули. Так, это не то. Вот это. Ну это бред. Я с этого вообще ничего не сделал. Амиция, смотри, как крысы к ним сбегают. Кому? А! Опа! Опа! Амиция, башня! Быстро, 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 залазим. Эй, ребята, помогите мне, я застрял. Амиция, там кто-то есть. Факел. Факел нужен. Это не смешно, вытащите меня отсюда. Нам нужно идти дальше. Ой, фу. Вы что творите? Хватит. Идем, идем, идем. Надо идти. Нам нужно выбраться отсюда. Амиция. Не бросайте меня, умоляю, нет. А-а-а. Блин, мужик, прости. Блин, не, ну, вообще возможно спасти как-то? Блин, наверное, возможно. Блин, тут есть контрольная точка? Мне просто интересно, что будет, если попробую спасти его. Блин, время кончилось, просто потом забуду это сделать. Да-да-да, мы это уже переводили. Например. А, у меня нет тут таб. Таба нет. Какой? Какой факел? Ты что? Ты что творишь? Ладно, давайте на этом закончим. Почему он его бросил-то? Ctrl нажал, типа, на это что? Ну ладно. А, ну типа рука. Бросок рукой. Бросить факел. Ну да, видимо, так и получилось. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, заходим в группу, там есть обзоры, скриншоты и музыка. В комментариях пишем, обсуждаем игру. Я тоже подключаться буду. И... всем спасибо за просмотр и всем пока.